А что мисс Поли сегодня у нас приготовила? Сердечки. Сердечки? Какие сердечки? Вот эти, с водичками. Вот это у тебя крутяцкая ванная. Да. Какие у тебя обалденные золотые шары. Сердечки? Да. Смотрите, какие у нас сердечки. А под сердечками у нас спрятаны сюрпризы. Ну что, давай пару штучек попробуем гопнуть и будем искать сюрпризы. На тебе булавочку. Я буду держать шарик, а ты будешь пробивать. Давай. Помнишь, как с сюрпризами ты пробивала? Давай, нажимай. Ну что, ищи сюрпризы, они спрятаны на дне. Ищи, ищи. Ищи, ищи. Ну что? А это что? Класс! Пони, давай. Или откроешь сама? Открывай давай сама. Давай я открою. Так, открываем понях. Так, что у нас тут? Полина, это что, Rainbow Dash? Вот это крутяк! Полина, как нам повезло! Rainbow Dash наконец-то нам попала! Какая она красивая! Такая разноцветная, красивая молния у нее, да, здесь нарисована? Блин, класс! Мне очень нравится, очень красивая поляшка. На, держи! Ищем еще сюрпризы. Давай ищи, еще сюрпризы спрятаны. А, всплыл сюрприз сам, да? Что у тебя там за сюрприз? Это что? Пэт-шоп. Класс, бомба. Ну, давай открываем. Little Pet Shop, да? Открываем. Так, и что же там у нас? Бумажульки. Ой, какой класс! Подожди, зайка, я покажу сейчас все. Это тоже у нас один из главных персонажей, да? Смотри, класс! С таким ведерышком, да? И шкурка от банана, смотри, одевается на голову. Вот, одели мы. Класс! Супер! Очень классный сюрприз, да? Оба! Дополнение к нашей коллекции будет классненько. Супер! Да. Так, вот вся коллекция под шопика, а вот и наш, да? Это, наверное, скунс? Да. Просто не написано, кто. Такие все красивые, вот в очках вообще супер. Вот, ну что, ищи, еще сюрпризы, еще там есть, еще я прятала. Ну, ах ты хитрая, так быстро нашла. Что это у тебя? Это бриллиантина у нас. Супер, бриллиантина. Алина, давай.
Так, доставай, что там у тебя попалось. У нас точно такое кольцо, да, было? Что ж ты будешь делать? Я сломала моё кольцо. Вот такое классненькое колечко. Нам уже точно такое попадалось, розовенькое, да? Вот. Лежит у нас в шкатулочке. Так, вот вся коллекция колечек, да? Нам попалась конфетка, сутерочка. Есть вот зайчики, у нас тут котики, сердечки, розочки и бабочки. Я, конечно, хотела, чтобы нам попался или зайчик, или кошечка, но конфетка будет кому-то подарочек. Ну что, давай искать дальше. А я уже вижу. Сафира. Класс. Сафира. Наш четвертый сюрприз. Открывай, Сафира, сама. Нету надрезика. Нету надрезика. Давай. Вот такой у нас классный Сафира. Мы его открываем в первый раз, да? Открываем наш Сафира. Так. Бумажка, потом посмотрим. О, какой он класснючий! Вот такой у нас классный дракончик Сафира. Давай посмотрим, как его зовут. На нашей фишечке написано, что это Атауа его зовут. Это дракончик воздуха у нас. Фиолетовый дракончик, такой классный. Такие у него крылышки. Резиновые, на хвостике у него, видите, тучки, облачка. Такой добренький, да? Давай посмотрим. Значит, наши дракончики, сафиросы, живут в Терраконе, да, в такой сказочной стране дракончиков. Вот его семейство, драконы воздуха, живут в своем любимом воздушном замке из облаков. Они управляют погодой и наблюдают за всей страной, Терраконой. Драконы воздуха самые быстрые из всех драконов. Вот наш дракончик. Но на вкладыше почему-то его зовут по-другому. На вкладыше его зовут Амайя. Не знаю, почему такая разница. Вот, всего их у нас сколько? 4 семейства и один самый у нас такой главный драки. Прикольно? Да. Наши остальные фигурки, Карин. Не знаю, мне кажется, что они в ванной. Ищи теперь их. Я думаю, чтобы их было легко найти, нам надо полопать все шарики. Да? Да. Давай. Ты держи, я буду лопать. Бери шарик в руки. Бери. Давай, держи. Так, давай дальше. Дальше. Thank you.
наверное, легче найти свои сюрпризы. А ну ищи, где они там у тебя на дне спрятались. Где твои сюрпризики? Нашла? Давай. Супер. Вот такие у нас класснючие фигурочки, да? Да. Вообще супер-пупер. Все, все полопали. Вот такая у нас была золотая банная старая, стала теперь водяная, да? Ну что, Поля, наигрались весело? Тебе понравилось? Да. Будем еще так играться? Да. А перед тем, как попрощаться, нам нужно поздравить нашу подписчицу. Ее аватарка Клим Настя, ее фамилия Свиридова. Ну что, поздравим ее? Давай. Поздравляем! Поля, желаем тебе удачи и успехов. Много счастья желаем, да? Счастья, да. А со всеми остальными будем прощаться? Да. Говорить? Пока. До новых. Успех. Подписывайтесь. Ставьте лайки. И увидите много интересного. Пока-пока. Пока-пока.